Всем привет! С вами Стив Про, и сегодня я покажу карту Dropper SP для Майнкрафта Box Division. Как я и обещал в одном видео, что я сделаю свою карту на Dropper, и вот я ее сделал. Но если кто-то не понимает, как переводится SP, ну, она переводится, друзья, Стив Про. Ну, это даже, можно сказать, догадаться логически. Ну, собственно, здесь у нас информация, а здесь у нас создатель и другое. То есть, это все вы можете почитать, когда придете на эту карту. Но это только первая версия карты, и она будет дорабатываться около месяца. И, возможно, второй бета не будет, возможно, будет сразу релиз. Но если будет бета 2, то в релизе будет просто некоторые недоработки. Ну, а пока у нас есть 4 уровня, выглядят они вот так. И чем ближе вы к концу, тем сложнее становится уровень. Как видите, это уже довольно сложный уровень. И высота, я сразу скажу, что она не больно большая. Но если вы пойдете неверно, вы можете умереть. Но прыгать нам надо, конечно, в центр. И в конце этой карты у нас лежит, друзья, ключ, с помощью которого вы сможете открыть дверь, которая находится наверху. Ну, я опять сломал блок. Вы уже этому не удивляйтесь, потому что на каждой карте я ломаю блок. Это, можно сказать, даже становится моей фишкой. Собственно, друзья, вы ломаете вот эту дверь, там 4 двери, не ломайте, оставите, открывайте дверь, и открывайте еще следующую дверь. Опять же, этот баг, что-то он слишком часто мне стал появляться, это уже нехорошо. Ну, собственно, через эту дверь вы выходите. Я просто вам сейчас покажу вот так по этой лесенке. Лесенка довольно большая, поэтому ходить вам придется довольно долго. Около минуты вам придется или понадобится, чтобы подняться наверх. Что же ты ломаешь все мои блоки? Ну, вы не переживайте, карта уже была давно скопирована и была помещена в архив. Ну, собственно, вот такая карта вас ждет. И сказал, что я здесь только 4 уровня. Ну, друзья, вы пытаетесь открыть вот эти двери. Ну, вот на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.